Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 3 по цифре 2 на странице 115 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. В одном пакете 20 конфет, а в другом на 30 конфет больше. Сколько конфет в двух пакетах? Давайте сначала узнаем, сколько конфет в другом пакете. О нем сказано, что там на 30 конфет больше. Чтобы узнать, сколько, это к 20 прибавим 30. Это получится 50. 50 конфет в другом пакете. Теперь мы можем узнать, сколько конфет в двух пакетах. В одном 20, а в другом 50. 20 плюс 50 получится 70. 70 конфет в двух пакетах. Записываем ответ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.